Ребят, всем привет-привет на нашем канале. В гости к Жанне и Сергею. Сегодняшнее видео немножко коровку волнуется. Хотелось бы посвятить и познакомить вас с нашей кормилицей, с нашей умничкой, вот такой красавицей Дуня по имени Дуняша. Ребят, на сегодняшний видеоролик хотелось бы посвятить... девочка, иди сюда, иди, моя хорошая. Сегодняшний видеоролик хотелось бы посвятить волнуется, как мы готовим нашу красавицу, нашу умницу и трудяшку к летнему выпасу. Красота. Вот такой у меня. Сейчас я вам продемонстрирую скребочек. Каждое лето, каждую весну, вернее к лету, вот таким вот мы нашу умничку прям рожаем. Реагируют они на это спокойно. Дело в том, что особенно после отёва у них шерсть, старая шерсть, вычесывается, а молодая шерсть вылазит. Немножечко, конечно, они коровки. Да, после отёла худеют, так как весна, плюс еще дуется. Коровка у нас не старенькая, ей всего 8 лет. В этом году она нам вот ляшечки обязательно. Старая шерсть, молодая шерсть выталкивает старую. Вот таким скребком. Коровке нравится. Можно сказать, она балдеет. Ну ничего. По правилу, к весне они худеют, а к осени так вот мы не причесываем. А к осени они набирают вес. Многие, конечно, спросят, есть ли смысл. Не знаю, тут уже каждый, смотрите на свое усмотрение. Смысл, наверное, сейчас ни в чем. Но наши деревни вымирают. Молодежь уезжает работать в город. Никто не хочет работать на селе. Да и работы как таковой здесь не особо много, поэтому не знаю, наверное, смысла сейчас нет ни в чем, проще все это купить. Но нам хотелось, чтобы наши детки ели домашнюю, без всякого ГМО, пищу, яйца, молоко, творог. Да, блин, даже на самое холодное время у нас всегда, вот посмотрите, сколько шерсти старой выходит по весне. Не знаю, старые люди говорили, что это нормально, когда перед выпасом корова линяет. Да, красавица моя, красавица, вот так вот почешем тебя, старую шейку, вся шерсть выйдет и останется, новая нарастет. Вот
таким вот способом. Дунечка, Дуня, боится девочка. Не привыкшая она у нас сниматься. Да, в этом году она у нас 3 года подряд у нас мальчики были, бычки. А в этом году, посмотрите, какое обилие старой шерсти выходит. Я так делаю каждый год. Вот ей нравится, хвостом она, хвостиком она виляет. Да, девочка? Почистим тебя полностью, всю старую шерсть. Не знаю, трудно, трудно, наверное, везде. За что ни возьмись, все трудно. Мы как-то привыкли, хочется. Все. Итак, наше нелегкое время. Наверное, сейчас натурального ничего не найдешь, поэтому нам это в удовольствие. Конечно, нам тяжело, как и всем. Излишки не реализуем. В большом, правда, в основном вся наша самоцель заключается в том, чтобы семью накормить. Потом уже все остальное. Поэтому сразу, конечно, эту шерсть вы все не вычистите. Более-менее кожа у коровы легче дышаться будет. Уже через 2 неделечки она у нас выйдет на выпас. Вот так хвостик ей вычищаю. Ей нравится. Да, Дуня? Дунечка, девочка. Дуня. Вот такая шерсть у нас. Посмотрите. Продемонстрирую. Шерсти много. Животик. Там бабана нам девочку. Да, маточку принесла. Сейчас покажу вам. Не волнуйся. Красавица. Дуняша. Вот так она шейку вытягивает. Посмотрите, как ей нравится. Вот так. Почухаем девочку. Вот таким вот. С той стороны почистила. Вот посмотрите, сколько шерсти выходит. Не знаю, делает кто так, не делает. Я делаю так каждый год, чтобы она у нас была красавица. Посмотрите, как ей нравится шейка, чешется шейка. Это очень полезная процедура для коров. Старую снимать шерсть. Новая. Посмотрите, что делается. Ну, это все вычищается, поэтому это совсем не страшно. Все это вилочками выносится на навоз. Поэтому вот такие вот процедуры им очень нравятся, когда их чухают. Посмотрите, вот сколько шерсти за зиму старой накапливается. Все это вычищается. Да. Посмотрите, какая чистка происходит. Да, волнуется немножко наша Дуняша, отворачивается. Ой, ты батюшки, сейчас я тебя сниму. Вот она нам в этом году
принесла вот такого ребеночка, Мартюшечку. Она ей только месяц. Родилась она у нас месяц назад. Малюсечка. Вот, смотрите. Вот такая вот девочка. Темная немножечко сарай, конечно. Летом обязательно сниму вам видеообзор. Какой им. Когда начинаю подкармливать, с какого возраста. Вот такая малышечка. Девочка. Вот такая она у нас любит ручки. Вот так. Носик у нее вот такой вот черненький. 3 года подряд бычки были. Вот в этом году наша коровка девочку принесла. Телочка у нас. Вот такая. Ей только месяц. Совсем она у нас еще крошечная девочка. Да, крошечная такая. Вот так она любит пальчики пососать. Ой, ты батюшки. Красотка. Вот такая у нас красотка. Ой, ты батюшки. Ну что, ребят, подписывайтесь на наш канал, не забывайте. Далее будет много всего интересного. Ставьте лайки. И всем пока-пока.